Павел, безумный Павел. 32 года. Приехал из Хакасии. Занимался когда-то борьбой греко-римской. Но были грамоты. Да, я готов биться на голых кулаках. Григорий Чистяков, YouTube-канал Полное ТВ. Приехал из Сибири, прямиком из Красноярска. Красноярск Forever. 29 лет. Такие вот дела. Занимался, когда в школе учился 10 лет, тяжелой атлетикой. Что-то там какой-то юношеский разряд был у меня. Просто свой дух повышать. Ведь не любой сможет выйти туда. Тем более, когда вокруг тебя еще человек 500 на тебя смотрит, и ты один на один сам с собой и напротив тебя соперник. Повышать свой дух, повышать такой, ну, свой мужской стержень. Так что вот так. Ну что, друзья, это фрик-бой. Я не побоюсь этого слова. Вы многие осуждаете такие бои, но я хочу сказать защиту этих пацанов. В отличие от вас, они выходят в клетку и пытаются что-то доказать. В красный угол нашей клетки выходит Полное ТВ Гриша, 240 килограмм. В таких боях и имена бойцов, их прозвища необычные. И следующий боец приглашается — Безумный Паша! Безумный Паша, брат монгола, против Гриши Полное ТВ. Посмотрим, что из этого получится. По затылку не бьем, по позвоночнику тоже. Локти, колени запрещены, в клинч не входим и не бьем. Разрешен только канадский клинч. Так, пожали руки. По углам. Паш, не торопись, спокойненько. Судьи готовы? Боец готов? Боец готов? Побегай. Бой! Паш, побегай. Пускай он за тобой бегает. Отходи, Паш, отходи. Паш, отходи! Стоп. Готов? Все, руки подними. На меня смотри, прямыми. Все. Гриша, Паша, прямыми. Прямой правый, да, Гриша. Убегай. Паша, убегай. Стоп. Паша, раз, два. Надо активнее защищать, понял? Защищать активнее. Вот так не уходи, уходи. Готов продолжать? На меня смотри, готов продолжать? Руки подними. Готов? Бой! Молодец, нормально, отходи. Хорошо, ударил, все, Паша. Не оборачиваться. Паша, не убегать. Руки подняли. Не забываем про защиту. Активней. Бойцы, активнее работают. Стоп! По углам.
Просто стой в центре, не ходи за ним. Встал, он подойдет, он сам тебя боится. Он просто делает так, чтобы ты загонялся за ним и устал. Левый в живот бей, короче. Левый в живот, правый в голову. Беги, а потом... Четыре раза весом больше меня. Бей в живот, бей в лицо. Один удар убежал. Боец готов? Бой! Ну что, друзья, 60 килограмм против 240. Давай! Больше ударов! Больше ударов! Давай! Давай! Паша, правый дал ему, Паша, дал ему правый, жестко, да. Активнее бойцы надо работать. Ой, Паша, прямой удар. Давай, Паша, подходи. Паша, сам ударил, подошел, под руку нырнул. Бей! Наказывай! Активнее! Не надо убегать, надо принимать бой. Хорошо. Голову выше! Голову выше! Боец, голову выше! Паша, красава! Спиной не оборачиваться! Бой! Активнее работаем! Не танцуем, не бегаем, активнее работаем! Хорошо. Активнее, не убегай, боец! Буду замечание делать жестче! Хорошо! Да, ушел! Да, еще пузо! 10 секунд, Паша, в голову дай, дай в голову! Активнее, обернись, активнее работаем, бойцы! Более активнее, больше ударов! Стоп! Не надо убегать спиной назад, да. Сопернику. Кинул один удар, нырнул, кинул удар, нырнул. Понял? Дайте попить. Вода есть? Попить. Вода есть? Нет, не ходи за ним. Что он сам пройдет? Бедный за ним. Я бедный. Полотенце есть? Руки, бой! Активнее, за одежду не хватать, а ты активнее лицом на него. Активнее работаем! Паша, бей! Стоп! Не внимательно слушайте. Приготовились? Смотри, если он... Готов? Готов? Бой! На него глазами, на него! Активнее надо! Ногами не бьем! Только руками! Еще, Паша, еще! Активнее, бойцы! Активнее! Стоп! На меня! Раз! Готов продолжать? Два! Три! Четыре! Готов? Пять! Шесть! Семь. Готов продолжать? Готов. Боец готов? Все, отлично. Готов? Бой!
Стоп! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Готов? Шесть. Готов. Все, готов. Готов? Готов? Судьи, бой! Активнее! Стоп! Бойцы, на середину! Точно, надо, чтобы сердце посмотрели. Чтобы нормально сердцем все было. Да, правильно. Решением судей в этом бою победу одержал боец из красного угла, Гриша, полное ТВ. Паша, ты просто красавец. Расскажи, как вообще, страшно выходить против такого бойца или нет? Да не страшно. Не страшно? Скажи, у вас в селе, в Абакане, и пожестче бывало, да? Бывало. Бывало? Ну расскажи, передай привет всем своим друзьям. Привет жене, привет детям. И всем родным. Иришка, если увидишь, я тебя люблю. Аплодисменты. Хорошо. Тем не менее, давящая атмосфера, маленькое пространство, соперник, какой бы он ни был. Но, если честно, против Пахи у меня не было мандража. Против Пахи. Из-за превалирования веса? Что не знаю. Меньше или... Просто, там просто ощущение? Да. Просто ощущение, что не было мандража. Три раунда подержался, пробегал за ним. Тебе было тяжело? Вот сейчас вот, ты думаешь, в будущем как-то вот в таких форматах выступать? Будут приглашать, буду выступать. Чем больше будет платить, тем больше будем выступать. А если больше будет платить, больше будет мотивации снижать вес, тренироваться. Соответственно. Спасибо, Гриша. Хочу, подожди. Можно? Хочу передать привет своим друзьям, каналу «Хочу пожать ТВ», Серому Гашику и своей матушке, и своему бате. Мама Виктория, отец Сергей. Спасибо, что вы есть.